Всем привет, на канале Мусалим. В работе сегодня Nissan Almera. Автомобиль разобрали, поверхность подготовили. Проклейки, все обезжирили. Абсолютно голый, никакой штатной шумоизоляции нет. Голый металл, голые арки, голые днище багажника, крылья, соответственно. В общем, максимум шума, минимум шумоизоляции. Разобрана крыша. Двери. Голые. Такой вот гулкий звук идет из дверей. Все это в салоне, все это напрягает. При передвижении. Водительская дверь. То же самое. И одного кусочка гидроматериала. Ну и салон. Тоже все по минимуму. Автомобиль шумный. Нужна ему дополнительная шумоизоляция. Чем сейчас и займемся.